Всем привет, мои хорошие, с вами Айка Эмили, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня у нас с вами будет чаепитие, таким вот эклером, вот такой вот красотой и чизкейком. С чего бы начать, как это классно выглядит, даже не хочется это кушать, потому что это нереально красиво, ну как это можно съесть? Очень-очень вкусно. Вообще, как вы заметили за последнее время, я шла за тортиком. Пошла я в самый большой гипермаркет, который есть у нас в Азербайджане. Это Браво. Тортики, знаете, обычные тортики, ничего особенного. Когда я спросила, опять же, про диетический, мне сказали, что можно взять чизкейк. Но он был вот такими вот кусочками. Потом я увидела вот эту красоту, вообще влюбилась. Как это красиво, ну просто... произведение искусства, реально. И потом я так раскинула мозгами, подумала, торт все равно я съесть не смогу. А интереснее всегда, когда доедаешь до конца. Поэтому решила сделать вот так вот. И смотрите, внутри такой крем. Очень нежный. Давайте я прям руками. Давайте покажу вам. Здесь как печенька. Также приготовила себе чай. Все, я решила, что каждый день на моем канале будут новые видео. И видео будут выходить в одно и то же время, чтобы вам было удобнее. А то я читаю комментарии, там девочки пишут, я вчера весь вечер ждала твое видео. А я не хочу, чтобы вы ждали, чтобы вы когда зашли, сразу увидели новое видео. Поэтому я приняла решение, что каждый день в 12 будут новые видео. Это я делаю для вашего удобства. Как же это вкусно, ну просто нереально. Очень нежный чизкейк. Что касается цен, все три вот этой красоты стоили практически одинаково, там вопрос в копейках. Этот стоил что-то в районе манат 70, этот манат 80, этот манат 60. В рублях я вам тоже напишу. Пока что вот этот эклер я не пробовала. Я, если честно, не особый любитель. Но попробуем. Чизкейк просто обалденный. Сегодня с утра встала. Вижу, что мой директ завален сообщениями о том, что... подписчики писали мне, что Марина Верняева в своем видео про меня там что-то сказала. По идее, я смотрела это видео, но я посмотрела его не до конца, и, видимо, этот момент я не услышала. Я смотрела как бы не полностью это видео, потому что видео было очень длинное. Я куда-то уходила. Мне так приятно, что вы сразу, как видите, что про меня говорят, сразу пишите мне в комментариях, заваливаете мой директ. Реально очень приятно. Вкусно. Крем такой нежный-нежный. Так вот, я зашла на это видео Марины. Мне было безумно приятно, что она говорила про нас. А еще больше приятнее стало от моих подписчиков, которые сразу мне кидают информацию, что вот на той-то минуте она говорит про тебя. Еще раз убеждаюсь о том, что вы у меня самые лучшие. Это шедевр.
Ну, знаете, много не съешь. Очень калорийно, очень жирно. Также хотела сказать огромное просто спасибо людям, которые писали в комментариях под видео, где мы с мамой, о том, что у меня очень красивая мама. Вы знаете, может быть, для вас это мелочь, но для мамы это безумно приятно. Она сидит, читает эти комментарии и радуется просто как ребенок. А насчет последнего видео, почему там отключены комментарии? То есть это не моих рук дело. Почему-то YouTube сам отключает мне комментарии. Я не знаю, с какой целью он это делает и вообще как это исправить, но факт остается фактом. Я не сладкоежка, но это нереально вкусно. Ребят, если вы живете в Баку, я вам советую пойти в Браво и закупиться. Прям вот эта клубничка очень-очень в тему. Добавляют какую-то, знаете, кислятину. Это было нечто просто. Это было произведение искусства. Так, иди ко мне, чизкейк. Опять сделала заказ на сайте Revolution Beauty. Зачем я об этом говорю? Если вы тоже хотите сделать заказ, то обязательно делайте его сейчас, потому что сейчас там супер скидки. Вы представляете, 70% скидка, 50% скидка. Еще плюс акция, два покупаешь, одна вещь бесплатно. У меня дома просто навалом хайлайтеров, навалом теней. Я понимаю, что я не смогу это все закончить, даже до пенсии, даже до смерти, даже мои дети не смогут это все закончить. Но я ничего не могу с собой поделать. Как только я вижу эти скидки, все, Айку не остановить. В этом плане я немножко шопоголик. Думаю, вам распаковку снять. Как вы думаете? Ну, наверное, снимать буду для Инстаграма, поэтому обязательно подписывайтесь на мой Инстаграм, ссылка будет в инфобоксе. В Инстаграме уже можно выкладывать длинные видео. Я думаю, что как раз-таки видео про косметику, какие-то Project Pen буду снимать и выкладывать туда. Как вы думаете? Я не знаю, стоит ли говорить, пишите в комментариях, потому что я не знаю, смогу ли я открыть комменты. Чизкейк нереально вкусный. Эклер тоже. Осталось... Ой, господи. Осталась вот такая вот штучка. Сладкое вообще много не съешь. Вот чуть-чуть поела, все наелось. А тортик оставлять я не хотела. Я хотела, если взяла тортик, то есть его до конца. Здесь еще орешки. Орешки я, кстати, не очень люблю. А все знаете почему? Как вы думаете, почему я не люблю орешки? Дело в том, что каждое лето меня отправляли к бабушке, а у бабушки есть огромный огород, где деревья. И все эти деревья, как вы думаете, орехи. Мне приходилось все это собирать. Люди на курорты уезжали, а я к бабушке. И в процессе того, когда я собирала эти орехи, я их ела. Но сейчас, если честно, не очень люблю.
Чай у меня почти уже заканчивается. Когда в универе училась, бабушка ждала, чтобы я быстро-быстро сдала экзамен, и мы вместе с ней поехали в деревню. В открытую сказать ей, что мне там не интересно, я не могла. Я стеснялась. Но ехать каждый год это тоже было не очень интересно. Вот буквально доснимаю видео и иду на концерт Джонни. Но вы это видео увидите уже завтра, когда уже концерт закончился. Каждый раз перед видео делаю себе кудряшки, а потом, когда монтирую видео, я смотрю, что от кудряшек нету и следа. Что за фишка? Я вообще не сладкоежка, но это реально было очень-очень вкусно. Если вам нравится видео про сладости, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Может быть, для вас это мелочь, для меня безумно приятно. Также обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, чтобы быть первым уведомленным о моих новых видео. Я вас всех очень-очень сильно люблю. С вами была Эмили. Всем пока.